Итак, всем привет, с вами Котофей 129. И это вторая часть «Отвечая на вопросы». Ну что, вы готовы? Погнали! Итак, первый вопрос. Blue и Индораптор любят друг друга? Нет, такого никогда не будет в моих анимациях. Из какой ты страны? Ну конечно же, я из России. Какой динозавр самый топовый? Ну конечно же, это гигантозавр! Давай ты будешь снимать Майнкрафт. Майнкрафт, да. Это популярная игра. Но почему-то она скучная для меня. Совсем там ничего интересного нету. Так что нет, не буду снимать я Майнкрафт. Хотя, может быть, когда-то сниму, если будет время. И, например, там что-то придумаю интересное. Тебе нравятся динозавры? Нет. Итак, опять большие вопросы. Зачем это делать, я не знаю. Ну ладно. Почему ты снимаешь анимации? Ну, мне нравится анимации делать. Типа, прикольно, хочется и все. Как ты научился делать анимации? Анимации я даже не учился делать. Я сам самого себя учил. Где, в каком приложении ты рисуешь? Фликаплип. Какой твой любимый цвет? Красный. С чего ты начал снимать? С анимацией. У тебя есть комп? Да, есть комп. Вот. Как выглядит. Как долго надо учиться, чтобы делать хотя бы такие анимации? Я учился 2 года. И все. Больше нет. Не знаю, для других может быть поменьше. Ну не знаю. Есть ли у тебя кот? Да, есть, но это не кот, а кошка. Она вообще очень злая еще. Да, демон, коза вонючая. Лучшая часть из франшизы Парк Юрского периода. Но я думаю, что третья часть. Потому что там показали спинозавра. Какая любимая игра? Моя любимая игра это... Actuarial Evolved. Итак, что это твой голос? Он шедевр! Ну, спасибо большое. Сколько тебе лет? Мне 14 лет. Можешь сделать весь сюжет Парк Юрского периода? А то мир уже был. Ну, не знаю. Там особо в парке не показывали динозавров. Хотя не помню. Я просто давно смотрел. Я не помню. Наверное, мало показывали. Ну, не знаю. Там, наверное, скучно будет. Не знаю. Наверное, не буду. Как тебя зовут? А вот это... Уже секрет, я такой не буду говорить, понятно, ребята? Я тебе скажу, когда будет 100 тысяч подписчиков. Поняли? Когда будет 100 тысяч. А когда будет 1 миллион, я покажу лицо. Будешь делать мем про как приручить дракона? Это уже делали. Один аниматор, вы уже знаете его, наверное. Его там мем был популярный, танцующий там, беззубик. Так что нет, наверное, не буду. Я опоздал. Вопрос. Играешь ли ты в игры про динозавров? На компе, на телефоне, неважно. Я играл в The Isle, в Ark, в Бермуда. Ну, я только недавно скачал эту игру. Jurassic World Alive. Jurassic World The Game. Jurassic World Evolution и Jurassic World Evolution 2. Все. Боже мой, что это за вопрос? Тут 7 вопросов!
О боже, мне долго отвечать, ну ладно. Будут другие динозавры по типу микрораптора? Да, конечно. Будет целофизис? Нет, не будет. Хотел бы игрушки динозавров из фирмы Mattel. Я не знаю, что это такое за какая там фирма. Какой твой нелюбимый динозавр? У меня нет таких. Кто тебе больше всего нравится из из четырех велоцирапторов? Чарли. Зоропель-то будет? Да, наверное, будет. Что будешь делать, если YouTube блокнут? Буду в лайке сидеть. Опять эти вопросы длинные. Они, естественно, уже меня достали. Ну ладно, я все равно должен ответить. Ради контента. Привет, братан. Почему ты снимаешь динозавров? Потому что они мне нравятся. Будет ли Готти появляться еще? Да. Да, будет. Будет ли какой-то сериал? Да, он будет. Но не скажу когда, потому что я еще не такой крутой аниматор. Почему? Как тебя зовут? Ну, я думал, что он написал, почему тебя так зовут. Ну, просто потому что коте мне нравятся кошки. Почему на авиакотик? Это твой кот? Ну, уже видели, кто у меня там. Ты лучший, ты тоже лучший. Все! На этом видео заканчивается. Если на этом видео наберется 200 лайков, то будет третья часть. Всем пока!